Ты готов? Волнуешься, Том? Как ты понял? Ну, ты же раньше никогда такого не делал. Просто представь, что работаешь как обычно, но по другой программе. У тебя получится. Круто, что ты пришла. Да, я подумала и решила, что вы правы. Бывают случаи, когда единственный аргумент – это пинок по яйцам и пуля промеж глаз. Ты уже выяснила, как идти к Хироми? У меня есть чертежи здания, так что все схвачено. Ну, не совсем все, но до пентхауса доберемся. Проще всего подняться с технического этажа. Я знаю, где там проход. Да, кстати, а где Майка? Пошла к Хироми, чтобы у него не возникло подозрений. Она задержит его, пока мы не придем. Помните, всю работу должен делать поведенческий чип. Не задумывайтесь, как лучше поступить. Просто положитесь на инстинкты. Если вы затормозите хоть на секунду, это может вам дорого обойтись. Ну что, начинаем? Да, пора бы. Пришло срочное сообщение. Авиакорпорация «Кантау» разбился за пределами Найт-Сити. Двигатели аппарата отключились из-за внезапного электромагнитного импульса, который был вызван неполадкой. Сначала заходим мы, потом вы. Идите прямо в облака. Наконец-то движуха! Выжившие в крушении пассажиры подверглись нападению. Осторожно, не нарвись на кого-нибудь. Уцелевшие сотрудники службы безопасности «Кантау» сумели отбить внезапную атаку и не допустили новых потерь. Мне нужен приборный щиток с той стороны. Можешь с ними разобраться? Берегись, нас кто-то услышал. Что ты где-то ломаете? Чё? Я, блядь, солдат, а не мастер на все руки. Хорош прятаться! Что потом? Идем на штурм? Том и Рокси должны быть уже в облаках. Начинаем по знаку Майка. Они разбираются с охранниками, а ты с Хироми. Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус. Ты со мной не пойдешь? Двух человек намного проще заметить, чем одного. Да и здесь от меня больше пользы. Если они поднимут тревогу, я перехвачу сигнал. А что с системой охраны? Ты ее отключишь? Я думала, что смогу, но, прости, у меня не получится. Придется тебе как-нибудь самому. Ладно, я пошел. Тебе в лифт с другой стороны. Береги себя.
Мы начинаем наш выпуск с тревожных событий в пустошах. На гуманитарный конвой корпорации Мелитех... Как обстановка? Мы внутри, в облаках. Кто на какой этаж? Я возьму на себя первый, а Том пойдет наверх. Мы готовы. Несколько транспортеров корпорации были повреждены, но вскрыть их нападавшие не смогли. Прибывшие на место силы подкрепления отразили атаку кочевников и доставили груз к конечному пункту. К несчастью, в результате нападения погибло около десятка... Джуди, я на крыше. Прыгай вниз, на балкон. Только осторожно, ладно? По моей команде. Давай! Да я помню, что я говорил. Не в шуму. Пока, чума. Буду поздно. Я же говорил, работай до жопы. Нет, не жди. Да не буду я, блядь, ужинать. Лучше опилок заживать, и то вкуснее будет. Я тебя люблю. Я с этим разберусь. А чё? Ведь генеральный сам хочет его испытать. В Большом каньоне. Ясное дело. Свою работу!
наконец-то нормальный противник. Я тоже. Иди к камере наблюдения перед комнатой охраны. Я надеялась, ты проберешься сюда по-тихому. Хорошо еще, что они в виртах, иначе все быстро бы накрылось. Всегда любил женщин, которые способны по достоинству оценить чужие усилия. Эта милашка как раз из таких. Мне она тоже не нравится. Наглая. Может, перейдем к делу? Почему их там трое? Не понимаю, что она хочет сделать? Вот наша цель. Хироми Сато. Что они смотрят? Демо кандидатки на новую топ-куклу облаков. Я ее сама выбрала. Она заменит Эвелин. И, надеюсь, окажется умнее. Кто эти двое? Они будут смотреть наше представление. Это боссы Хироми. Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи. Мы так не договаривались. Посмотри на меня. Видишь? Видишь это выражение неудивления на моем лице? Я знаю, как тей. Для них власть всегда связана с силой. Мы будем говорить на их языке. Майка? Я отключу их от вирта, и они будут недовольны, что их так грубо разбудили. Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже. Понятно? Майка, наш план не предусматривал свидетелей. Это же демонстрация силы. А любая демонстрация требует публики. Ты обещал помочь Джуди, и вот мы ей помогаем. Проблема в том, что она из другого теста. Она витает в облаках и не понимает, что мир в Найт-Сити не бывает без грязи, крови и смерти. То есть ты хочешь заменить Хироми? Даже если для этого придется вступить в тигриные когти? А ты знаешь какой-то другой способ защитить облака от других банд? Не нравится мне все это. Поздно сомневаться. Том и Рокси уже все сделали. Ваша кукольная революция уже началась. Или мы сейчас вместе выиграем джекпот, или потеряем все. Делай, как знаешь. Она? Конечно, не Паркер. Эй, что происходит? Кто это? Это вестник последних дней Хироми Сато. Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков. Он убил Освальда Фореста. Теперь он вторгся в личные покои мистера Сато. И это еще не все. Посмотрите, во что превратился наш клуб под руководством Хироми. Что? Что за херня?
Я долго смотрела, как Хироми Сато совершает ошибку за ошибкой. Но сегодня... Сегодня мы все увидели, что он стал бесполезен. Ви, что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер. Я правильно... Погоди, Майка. Ты, кажется, немного увлеклась. А, похоже, вы еще не договорились. Ви, надо их прикончить. Мы для этого сюда и пришли. Все, хватит уже болтать. Давайте разберемся по старинке. Я тебя... Какого хера ты устроил? Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Ну и что же? Они отомстят. Ты превратил облака в бомбу с часовым механизмом. Ну, кстати, не факт. Может, когти решат больше не отправлять своих на смерть. Им это просто невыгодно. Они же считают доходы и убытки лучше, чем глава Мелитеха. От шельма не отстали, может, теперь и облака получат шанс на свободу. Я бы советовал тебе просто смириться, Майка. Уходи отсюда! Сейчас же! Ладно, Ви, уматывай оттуда. Выход на нижнем уровне апартаментов. Там рядом будет лифт. Том и Рокси в безопасном месте. За ними не гнались. Спустись на первый этаж. Я буду ждать тебя у ларьков. Блять, и как я не догадалась. Она, небось, сразу это задумала. Вот как только мы к ней пришли. Господи, ну я тупая. Да похер, что она придумала. Главное, мы добились своей цели. Облаками будут управлять куклы. Да. К этому мы и стремились. И ты это сделал. Спасибо. Увидимся, Ли. До связи, Джуди.